Санкт-Петербурге на территории исторической деревни Старопаново у храма святых мучеников Адриана и Натальи прошла традиционная акция памяти в ночь на 22 июня. Событие приурочено к 83-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Подробнее в сюжете наших петербургских коллег. Старопаново – историческая часть Красносельского района Санкт-Петербурга в историю Великой Отечественной войны вошла под названием «Малого Сталинграда». С сентября 1941 года здесь была передовая линия фронта и велись жесточайшие бои. Акции памяти накануне 22 июня проходят на этом месте, ставшем одной большой братской могилой, ежегодно. Не верьте погоде, когда затяжные дожди она льет. Не верьте пехоте, когда она бравые песни поет. Не верьте, не верьте, когда по садам закричат соловьи. У жизни со смертью еще не окончены счеты свои. У жизни со смертью еще не окончены счеты свои. Песенку о пехоте Булата Акуджава исполнил настоятель храма мучеников Адриана и Натальи протоиерей Михаил Стрельников. Также со сцены прозвучали воспоминания о войне. И еще одно воспоминание о протоиерее Владимире Дубровицком. Дочка его умоляла: «Папа, не ходи на службу, упадешь, замерзнешь в сугробе». А он говорил ей: «Не имею я права не идти, доченька. Надо людям дух подымать, за победу молиться». В деле увековечивания памяти погибших большую роль сыграла местная церковная община храма-памятника святых мучеников Адриана и Натальи, посвященного памяти всех погибших и пропавших без вести в боях под Ленинградом. У воинского мемориала, дорогу к которому от храма выложили горящими свечами, была отслужена панихида. Участники акции посетили музей ДОТ, в котором собраны воинские реликвии. На территории Старопаново, по официальным данным, в годы Великой Отечественной войны погибло около 4000 солдат. В храме святых мучеников Адриана и Натальи есть книга памяти, куда каждый может вписать историю своих предков, защищавших Ленинград, для молитвенного поминовения. Никто не забыт и ничто. Забыто, горящая надпись на глыбе гранита. Но славою подножья гвоздика никто не забыт и ничто.